Живые организмы могут появляться из грязи, ила и отходов. Или как представление древних о зарождении жизни интерпретирует современная наука? Все живое занесено из космоса. Почему риторический вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» до сих пор будоражит умы ученых? Генетика и дарвинизм. Приоткрывая завесу тайны. Что сейчас знает человечество о феномене жизни? Понятие живого. Издавна перед человеком стоял вопрос, что такое жизнь и откуда она происходит. Каким образом на нашей планете появились животные, в океане морские обитатели, небо населили птицы, а землю люди? Конечно же, в разные исторические эпохи ответы на эти вопросы зависели от уровня развития цивилизации и достижений науки. Почему мы так легко можем найти отличие между неживой и живой природой? В силу качественных отличий. К свойствам живого можно отнести обмен веществ, способность к росту, воспроизведению себе подобных, способность к эволюционному развитию, раздражимость, подвижность. Наличие некоторых из этих признаков не является достаточным для определения жизни. Например, возьмем ледник. Он растет, двигается, развивается, но не воспроизводит себе подобных. Таким образом, лишь комплекс свойств может считаться необходимым и достаточным для определения жизни. Конечно же, в древности люди ничего об этом не знали. Именно поэтому неживым телам, от которых зависел человек, очень часто приписывались признаки живого. Например, наши предки чтили богов рек и озер, воспевали духов неба и огня, поклонялись земле и солнцу. Все это нашло свое отражение в мифах. Как правило, большинство мифов народов мира основывается на том, что Вселенная возникает из ничего, из хаоса и пустоты. Примечательно, что теологическая концепция также говорит о том, что вначале возникает Вселенная, затем возникает вода, небо и животные. Однако были и другие попытки объяснения происхождения жизни. Интересна так называемая теория самозарождения, господствовавшая в науке вплоть до XVI века. Согласно этой гипотезе, живое или, по крайней мере, низшие его представители способны зарождаться сами по себе, буквально из ничего. Например, в Древнем Египте люди свято верили в то, что лягушки, змеи, жабы и даже крокодилы возникли из слоя ила, оставшегося после разлива Нила. Интересна и теория Эмпедокла, жившего в 485-425 годах до нашей эры. Он считал, что первыми живыми организмами были растения. Затем появились части животных, головы без шеи, руки без ног, глаза без лица. Из соединения этих разрозненных органов и появились животные и человек. Эмпедокл так писал о соединении частей тела. Влекомые силой любви, эти части искали друг друга и слагались в целые живые существа. Причем соединения частей происходили случайно, поэтому образовывались чудовища в виде животных с человеческими головами, многоголовые создания и так далее. С течением времени по законам любви и вражды получались формы, приспособленные к среде и способные к размножению. Нужно отметить, что какой бы фантасмагоричной ни была теория философа, именно в ней мы уже можем проследить зачатки понимания естественного отбора. О самозарождении животных пишет и Аристотель в ряде своих биологических сочинений «История животных» и «О возникновении животных». Несмотря на уверенность ученого о зарождении насекомых в росе, при гниении навоза или из грязи, именно Аристотелю принадлежат мысли предэволюционной теории. Греческий философ считал, что одни тела время от времени превращаются в другие, а те, в свою очередь, распадаясь, претерпевают новые превращения. И таким образом развитие и распад уравновешивают друг друга. Если сравнить эти высказывания с современной теорией, то мы получим практически идентичное определение. Оно гласит:
Все ныне существующие виды организмов произошли от ранее существовавших путем длительного их изменения. Кроме идеи самозарождения, в древние времена существовала и вторая теория о занесении жизни из космоса. Удивительно, но эта теория до сих пор существует в современной науке. Последние несколько десятилетий эта теория, можно сказать, ренессанс испытывает. Считается, что самые примитивные формы жизни в виде простейших, в виде бактерий, могли быть занесены на Землю с крупными метеоритами, с астероидами. Согласно гипотезе панспермии, то есть возможности переноса жизни во Вселенной с одного космического тела на другое, рассеянные в мировом пространстве зародыши живого переносятся с метеоритами, кометами или под действием давления света. Также в пользу теории говорят и данные о высокой устойчивости некоторых земных организмов и их спор к радиации, глубокому вакууму, низким температурам и другим воздействиям. Известны случаи, когда на космических кораблях выставляли культуры клеток простейших, членистоногих некоторых, бактерий, и они в течение до 10 суток находились в открытом космосе, испытывая перегрев до 140 градусов, охлаждаясь до минус 130 градусов, и при этом сохраняли жизнеспособность. Давайте вернемся на 4,5 миллиарда лет назад. Итак, Земля сформировалась из гигантского облака космической пыли, частицы которой спрессовались в раскаленный шар. В данный момент в науке господствует теория гигантского столкновения. Согласно этой теории, планета Земля столкнулась с планетой Тей. В результате большая часть вещества, ударившись объекта, и часть земной магии были выброшены на орбиты молодой Земли. Из этих обломков собралась протолуна и начала вращаться по орбите. Гравитационное притяжение Луны стабилизировало ось вращения Земли и привело к остыванию поверхности. В результате создания таких новых условий поверхность Земли остывает достаточно, чтобы кора затвердела. Формируются земная атмосфера и океаны. Согласно хронологии эволюции Земли, известно, что примерно 3,9 миллиарда лет назад происходит так называемая поздняя тяжелая бомбардировка. Это время максимальное число падений метеоритов на нашу планету. Конечно же, такая сила воздействия метеоритов могло бы уничтожить любую жизнь, развившуюся к тому моменту. Однако при этом нельзя отрицать, что ранее выжившие формы микробов, термофилов, могли выжить в гидротермальных жерлах. С другой стороны, если говорить о теории занесения жизни из космоса, выдвигаемой рядом ученых, то история тяжелой бомбардировки может влиять напрямую на такой ход истории. В 20 веке теория занесения жизни из космоса претерпела новые изменения. В 1973 году ученые Фрэнсис Крик и Лесли Оргел выдвинули гипотезу управляемой панспермии. Согласно этой теории, Земля и другие планетные системы были намеренно заражены микроорганизмами, доставленными на непилотируемых космических аппаратах развитой инопланетной цивилизацией. Нужно вспомнить, что Фрэнсис Крик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие нуклеиновых кислот и их роли в передаче наследственной информации. В пользу своей теории управляемой панспермии Фрэнсис Крик приводил два основных довода. Первое – это универсальность генетического кода, так как другие вариации генетического кода в биосфере мало отличаются от основного и в основном копируют его. И второе – это значительную роль молибдена в ферментах. Действительно, молибден – очень редкий элемент для всей Солнечной системы. По словам авторов, первоначальная цивилизация, возможно, обитала возле звезды, обогащенной большим количеством молибдена.
Однако, несмотря на то, что многие ученые придерживаются гипотезы панспермии, до сих пор нет достоверных фактов, подтверждающих внеземное происхождение микроорганизмов, найденных в метеоритах. В 1924 году биохимик Александр Апарин опубликовал статью «Происхождение жизни», которая в 1938 году была переведена на английский и возродила интерес к теории самозарождения. Согласно этой теории, жизни на Земле предшествовала химическая революция. Согласно астрономическим исследованиям, планетные системы образовались из газопылевого вещества. И в нем наряду с металлами и их оксидами содержались вода, водород, аммиак и метан. Когда образовался первичный океан, или как его еще иначе называют, первичный бульон, образовались условия, благоприятные для формирования белковых молекул. В водной среде производные углеводородов могли подвергаться сложным изменениям и превращениям. Александр Апарин предположил, что в растворах высокомолекулярных соединений образуются зоны повышенной концентрации, которые несколько отделены от внешней среды, но при этом сохраняют взаимосвязь с ней. Такие зоны ученый назвал кооцерватными каплями, или иначе кооцерваты. Подобные взгляды также высказывал британский биолог Джон Холдейн. В подтверждение догадки было доказано, что в результате применения ультрафиолетовых лучей можно искусственно синтезировать органические вещества. Удивительно, но кооцерваты были способны поглощать извне вещества по типу открытых систем. А при включении в эти капли различных катализаторов в них происходили реакции. За счет этого капли могли увеличиваться в объеме и весе, а затем дробиться на дочерние образования. Таким образом, кооцерваты могли расти, размножаться, осуществлять обмен веществ. Данную теорию в 1953 году подтвердил ученый Стэнли Миллер. Он взял и поместил в замкнутый сосуд воду, метан, углекислый газ, аммиак и пропустил через данный сосуд разряды электрического тока. Оказалось, что в данном сосуде образовались аминокислоты. При более поздних его экспериментах при различных условиях были получены также сахара и нуклеотиды. Миллер сделал вывод, что эволюция может произойти при фазово-обособленном состоянии из кооцерватов. Таким образом, теория Апарина-Холдейна была подтверждена. Но оставался один нерешенный вопрос. Если в кооцервате образовывались удачные белковые молекулы и структуры, то как же они могли копировать себя в кооцервате, а тем более передавать информацию в кооцерваты потомки? Ответ на вопрос о точном воспроизведении был найден позже. Решением проблемы стала теория мира РНК, гипотетического этапа возникновения жизни на Земле. Открытие РНК было сделано швейцарским ученым Иоганном Мишером. А чуть позже было доказано, что первые кооцерваты, синтезированные из липидов, абиогенным путем, могли вступить в симбиоз с живыми организмами, так называемыми самовоспроизводимыми молекулами РНК, среди которых были рибозимы, катализирующие синтез липидов. А такое сообщество уже можно назвать живым организмом. Итак, современные научные представления о возникновении живого на Земле базируются на следующих понятиях. Первым этапом эволюции жизни была химическая эволюция. Предполагается, что первые живые существа были РНК-организмами, без белков и ДНК. ДНК, носители генетической информации, были образованы в процессе эволюции. Первые зародыши живого ДНК не имели. Так что же такое ДНК? Это сложная органическая молекула, имеющая форму двойной спирали. Информация на ней записана в виде последовательности нуклеотидов, полимером которых она является. Передача генетической информации от родительских клеток к дочерним происходит путем копирования ДНК комплексом ферментов. Итак, миллионы лет развития, сопровождающиеся причудливыми сочетаниями физических и химических условий и катаклизмами планетного масштаба, все-таки привели к феноменальной эволюции жизни на Земле. Так или иначе, но примерно 3,5 миллиарда лет назад на Земле возникают первые клетки, похожие на прокариотов. Вслед за прокариотами 2 миллиарда лет назад появились первые клетки, имеющие ядро. А спустя еще миллиард лет
первые многоклеточные организмы. Если посмотреть на хронологию возникновения жизни, то можно увидеть такие цифры. 570 миллионов лет членистоногим, предкам насекомых, ракообразных, паукообразных. 500 миллионов лет рыбам, 475 миллионов лет наземным растениям. 200 миллионов лет назад появились первые млекопитающие, а спустя 50 миллионов лет появились первые птицы. 2,5 миллиона лет назад появился род Homo, а 200 тысяч лет назад люди обрели свой современный облик. Удивительно, но факт. Сходство между всеми организмами поразительно. И оно указывает на наличие общего предка, от которого произошли все другие живые существа. Первым шагом к теории эволюции в современном понимании стали труды французского биолога Жана Батиста Ламарка. Мысли ученого были изложены в книге «Философия зоологии», вышедшей в 1809 году. Ученый строил свою теорию на постулате значительных изменений. Что это значит? Ламарк считал, что значительные изменения обстоятельств приводят к существенным изменениям в потребностях, а изменения этих последних по необходимости влекут за собой изменения в действиях. При этом, если обстоятельства приводят к тому, что состояние индивидуумов становится для них обычным и постоянным, то внутренняя организация таких индивидуумов в конце концов изменяется. Потомство, получающееся при скрещивании таких индивидуумов, сохраняет приобретенные изменения, и в результате образуется порода, сильно отличающаяся от той, индивидуумы которой все время находились в условиях, благоприятных для их развития. Полвека спустя после Ламарка в 1859 году мир увидела книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора». Теория эволюции Дарвина строилась на трех постулатах – изменчивости, наследственности и естественном отборе. Изменчивость по Дарвину – это способность организмов приобретать новые свойства и признаки и изменять их по различным причинам. Именно она является главным движущим звеном эволюции. А наследственность – это способность передавать эти признаки от родительских особей дочерним. Естественный отбор является результатом борьбы за существование и означает выживание и размножение наиболее приспособленных организмов. Под действием естественного отбора группы особей одного вида из поколения в поколение накапливают отличительные признаки, которые со временем приобретают настолько существенные отличия, что приводят к образованию нового вида. Однако справедливости ради стоит сказать, что в теории эволюции Дарвина были и слабые места. Механизмы наследственности и появления новых черт оставались неизвестными. Чуть позже, в 1865 году, этот вопрос решит Грегор Мендель, открыв законы наследственности. Известную работу Менделя сделал ученый Хуго де Фриз. Он предполагал, что менделевские наследственные признаки передаются по зародышевому пути. Де Фриз соединил теорию Дарвина с теорией о половых и соматических клетках, а также предположил, что пангены находятся внутри, в ядре клетки и могут перемещаться в цитоплазму, а также изменять структуру клетки. Чтобы объяснить возникновение новых признаков, де Фриз также развивал теорию мутаций. Именно это позволило внести дополнительную ясность в теорию Дарвина об естественном отборе. Феномен жизни не укладывается в простую теорему, ведь только на стыках знаний человечество смогло воссоздать, пусть пока еще довольно условную и приблизительную, но все же достоверную картину. В науке существует такое понятие, как уровни организации жизни. Именно эта схема позволяет отразить иерархию организации этих уровней. Она больше всего напоминает матрешку. Внутри матрешки побольше, находится меньше и так далее. Чаще всего выделяют 7 основных уровней организации жизни. Это молекулярный, клеточный, тканевой, организменный, популяционно-видовой, биогеоцинетический и биосферный. Следует отметить, что построение универсального списка уровня биосистем невозможно. Выделять новый уровень следует только в том случае, если в нем появляется какое-то принципиальное отличие, которое не характерно для уровней ниже следующего типа. Человечество проделало огромную работу, углубляющую наши представления о появлении жизни на Земле. Однако и нерешенных загадок по-прежнему остается много. Огромный вклад в восполнение этих пробелов вносят исследования в области генетики.
Разработки в этом направлении ведутся по всему миру. В Казахстане первая кафедра генетики и дарвинизма была открыта 1 сентября 1948 года в КазГУ. Была открыта кафедра генетики через месяц после знаменитой августовской сессии Восхнила, на которой знаменитый или возглавляющий селекцию и генетику растениеводства ученый Лысенко и философ Презент разделили существующую генетику на два раздела, так называемую буржуазную и социалистическую. И в этой ситуации было очень тяжело учить студентов, не искажая законы генетики. Нужно было балансировать между политикой и научными достижениями. Первым заведующим кафедрой дарвинизма и генетики стал доктор сельскохозяйственных наук Гакаш Бияшев. Он взялся за организацию кафедры, и первое, что он начал, это развивать основы селекции и растениеводства. Что интересно, вокруг него собирались такие же соратники, которые тоже любили эту работу. При кафедре была создана большая по тем временам проблемная лаборатория именно по селекции сахарной свеклы. Я сама помню тех сотрудников, у которых мы учились и перенимали навыки полевых работ. Это Плохих, Набоких и другие сотрудники, которые всю жизнь провели на кафедре, и результатом их совместной работы было создание многих гибридных вариантов продуктивных устойчивых заболеваний сахарной свеклы и высокосахаристых. Результаты исследований академика широко применяются в основных зонах свекловодства Казахстана до сих пор. Казахстанская генетика много работала на сельское хозяйство. На базе кафедры была организована лаборатория генетики и селекции растений. Надежда Львовна Удовольская занималась теоретической основой селекции растений, в частности, селекции яровой мягкой пшеницы. Результатом осуществления работы по идиотипам была создана ею сорта яровой мягкой пшеницы казахстанской 126, казахстанской 3, казахстанской 4 и эритросперм 844. Ее научные работы были известны за пределами республики. Начало изучению генетики микроорганизмов в Казахстане положила академик Майя Хажетдиновна Шигаева, а академик Мурат Абенович Айтхожин вошел в историю казахстанской науки как основатель Республиканской школы молекулярной биологии. Так, начавшись 67 лет назад с одного кабинета, генетика в Казахстане прошла длинный путь становления и развития. Стараниями блестящей плеяды ученых наша страна обрела большой объем знаний. Примененные на практике, они принесли и продолжают приносить колоссальную пользу. Человечество достигло впечатляющих успехов. Ни для кого не секрет, что сейчас ученые умеют внедрять гены одних организмов в геномы других, включать и выключать определенные гены, клонировать органы и даже живые существа и многое другое. Безусловно, что эти вопросы обнажают и ряд моральных проблем. Ведь пока мы не знаем, с чем придется столкнуться человечеству, научившемуся точному воспроизводству и уподобившемуся природе. Сейчас наверняка сказать можно только одно. Возможно, человечество стоит на пороге самой важной разгадки тайны Вселенной – разгадки феномена жизни. We'll be right back.